Итак, ребят, всем привет! Сегодня у нас очередной выезд. Выехали мы в старую деревню, которая исчезла у нас примерно в советское время. Но находки здесь радуют тем, что здесь большое изобилие различного периода. Начиная там и Екатерины, и заканчивая 60-ми годами. Место, к сожалению, выбито, хожено уже давным-давно. Вот здесь у нас бывали в свое время и слеты кладоискателей. А сюда приезжаем мы уже добирать то, что осталось. Здесь очень много взорванных дымовых ям. И в этих ямках очень большое обилие пропущенных находок. Ну, судя по всему, кто меня смотрит и знает, что шурфы у нас здесь очень хорошие. Поднимаем мы здесь крупное серебро. В частности, я поднимал здесь у нас молотобойца и австро-венгров серебро. В общем, здесь приятные находки. Здесь позади меня стояли дома, и вот так проходила улица. Сегодня мы копаем вчетвером. Как обычно, Дмитрий, Евгений и еще с нами Леха. Ехали мы сюда так тяжеловато, потому что уже подморозило, слякоть, грязь особая такая, знаете, непроходимая. Встретили мы шишигу здесь. Вот, так что здесь вот только такой транспорт и ездит. Нивы, шишиги, УАЗики и все на этом. Пацаны все машины свои побросали на обочине. Вот, мы прыгнули на Ниву и сюда доехали благополучно. Пацаны уже начали шурфить. Сейчас я вам их покажу. Дмитрий у нас продолжает шурф, который уже разрабатывает третий выезд. Позади меня, как вы видите, мы с Евгением отправимся на другое местечко. Леха хочет походить так. Так что сегодня будет у нас три терки 705. Ну и я на шурфах всегда работаю с Аськой 250. А макрорейсер мой сегодня отдыхает. Вот, в прошлый раз макрорейсер у меня очень хорошо поднял. Поднял редкие монетки. Очередную монету 1925 года поднял. Серебро. В общем, неплохо, неплохо, так что будем начинать свой видеокоп. Ниву, конечно, я свою ушатал, как вы видите. Грязюка нас достала везде. Ну и все, берем Аську и в путь. Итак, ребят, здесь компания такая из терочников. 705-й. Ну, Евгений такой самый удачный. Пока смотрите, какой он поднял жетончик. Такой я в первый раз вообще вижу. В интернете даже не проглядывался. В основном были кресты за царя и отечество. А это вот такая вот фиговина, смотрите. В центре имеется отверстие. Возможно, здесь что-то крепилось вроде креста. Может, символика какая-то непонятная. Но вот такую вещь первый раз вижу. И это у нас медь. Евгений там в баночке еще он монетки поднял. Одного царика, остальные советики. Но все равно стоило копать вот из-за такой вещи. Классная вещица. А я все по нулям. Хожу-брожу в поисках какого-нибудь зачетного фундамента, но, к сожалению, нифига. Евгений терка, Леха терка, ну и слева Диман тоже терка, но он со снайперкой. Че такая? Зажигалка, Дим. Ну вот Дмитрий только что зажигалку поднял. Вот у нас бензиновые зажигалки, это я помню, у него вторая такая. Вот, а вот про этот рисунок, Дим, я тебе говорил, помнишь тогда? Вот с рисунком. Это у нас бензиновая зажигалочка. У меня зажигалка с кремшком даже была. А, у него тоже ролик имеется. Классная. Если почистится, экземпляр вообще шикарный будет. Вот прям. Только что здесь поднял такие вот вещи. Зачет. Продолжаем. Итак, ребят, нашел я более-менее такой шурфец. Разработал такую вот ямку. Сигналы хорошие, монетные отсутствуют. Подняла только 10 копеек 61 года. И лопатку воткнул.
И сразу понял, что это такое. Это у нас стекло. Именно старое стекло. Здесь у нас в свое время был уксус. Вот такая зачетная бутылочка. Выпускалась она где-то до 50-го года. Такие у меня имеются пару штук. Ну ничего. Неплохой экспонат. Забираем. Итак, ребята, у меня находка первая зеленая. Что это у нас? Сейчас посмотрим. Не знаю. Не знаю. Собирал я копеечки советские, здесь были. Опа-на. Опа-на. Сейчас я ее намочу, ребят, намочу. Чуть мне кажется, что это масонская копейка. Блин, сейчас почищу. Итак, ребят, я ошибся. И хорошо, что я ошибся. Это у нас 20 копеек серебряные царские 1872 года. Хорошо, что я ошибся. Вот такая вот зачетная серебрушечка. Классно, классно, классно. Не зря я здесь мучаюсь. Всякую фигню собираю здесь. Различные. Очень много от батареек контактов медных. Ну вот, серебро выпало. Приятная находка. И продолжаем. Надеюсь, еще серебро будет. Здесь не первое оно, надеюсь. Смотрим. Итак, ребята, находка. Находка, в принципе, приятная тем, что она среднего размера. Смотрим, что это, наверное, трешка, судя по всему. Герб старый. Нет. Нет, это у нас двушка. 24-й год. Медь. Данная медь еще является царского времени. Из-за этого монетки у нас медные. 24-й, 25-й медь еще. А затем 26-го года уже пошли алюминиевая бронза. Вот такая двушечка. Зачетная, приятная. Сейчас немножко смочу ее. Посмотрим на сохран. Ух, какой сохран, смотрите. Классный сохранчик. Медленно, медленно монетки идут, но стабильно, уверенно. Хорошие монеты, хорошего сохрана. Ладно, продолжаем. Не знаю, как там ребята копают. Они, наверное, от меня в той области метров, наверное, 200. Я там для веселухи. Там весело, когда кучкой копаешь. Но я ушел оттуда из-за того, что там мне не нравилась засыпка. Засыпка там отвратительная. Но там был дом. Был дом. Но засыпка там ужасная. Я в такой засыпке не люблю. Я обожаю, когда вот такая вот приятная. Одно удовольствие поковыряться в такой засыпке. Ну ладно. Будем жертвовать весельем, но зато будем с находками. Все, смотрим. Всем гостям моего канала рекомендую подписаться. Здесь вы увидите много интересного видео, что связано с металлопоиском, и полезной информации. Будь всегда первым при просмотре новых видео. А для этого тебе надо подписаться, нажать на колокольчик, поставить галочку, и ты будешь первым оповещен о появлении нового выпуска. Итак, ребята ко мне подошли. Теперь веселее дело пошло.
у меня находка. Находка вот такой вот. Вообще в шикарном состоянии. А значок ВЛКСМ. Вообще в очень хорошем таком. Нигде эмаль не откололась. Но, к сожалению, сзади у нас крепежа нету. Ну, это классно. Леха из угла начал. Дмитрий тоже. Я думаю, убьем сегодня этот фундамент. Или он у нас. Не. Леха шурфит. Первый раз, да, Лех? Нет, не первый, но я не любитель шурфить. Леха не любит шурфить. А я палец для лопа делаю. Че там, Диман? Палец. Ага. Какого-то, бля, быка выводили, крики и забывали. Ну, шурф не очень особенно дает находки, но все же дает. Это лучше, чем ничего. Ходить по такой траве нереально. Ну вот, приходится шурфить. Ну и все. Продолжаем. Итак, ребят, прибежал я к пацанам. Пацаны, старый шурф колбасит. У меня сигнал, смотрите. И монетка. Смотрите, что. Серебро, ты. Смотри, Диман. Отвечай, серебро. Офигеть. Прикинь, на котором, мне Диман место выделил. Я вот здесь вот. И прям только что первый же сигнал и находка. Вот это пруха. Ведь куда его накрышь? Да я хочу протереть его. Пусть рядом полежит, здесь может что-нибудь приманит. Ну протри, да, на камеру сниму. Ребята, это у меня второй молотобоец в этом сезоне. Одна звезда есть. И вот еще один молотобоец. Конечно. Да? Побитый жизнью. Такой вот. Да ничего, нормально что-то. Классно. 21. Нет. 24. Блин. Принимаю это... поздравления. Спасибо. Блин. Не могу показать четко. И беги пока отсюда. Да, прикиньте, пацаны здесь, смотрите, какой шурф разработали. Мелочевку тут пошибали. А я пришел, только что сигаретку закурил. Вот только раскидал вот эту кучку. И мне надо бежать отсюда. Блин. Ну я тут не виноват, какое место я попросил, мне выделили. Я тут вообще ни при чем. Все, принимаю поздравления. Сегодняшняя бомбочка. Вот такой вот полтинник. Молотобоец. Класс, класс, продолжаем. Че там, Дим, монетка? Вот, у Дмитрия того же. Монеточка. Двадцатка, да? Рамочник. Нет. Пятнашка? Пятнашка. Пятнашка. Да, пятнашечка. Десятого. Ладно, ладно, продолжаем. Итак, ребята, у Дмитрия очередная находка. До этого он поднял крупную монету, но мы так и не разобрали, что за монета. В данном случае это у нас двушка. ЕАСПБ. 1900 какой-то год. Седьмой, по-моему. Ну так ничего. Бодренько. Две подряд, прям за минуту. Ништяк. Итак, ребят, буду заканчивать свой видеокоп по традиции обзором находок. Сегодня копали мы вчетвером. И показываю находки только троих. Потому что Алексей сегодня как бы не отличился. Поднял всего-навсего одну монетку. 15 копеек в квадрате. Вот. Остальные более-менее сегодня есть чем похвастаться. Ну а к находкам вот так вот, смотрите. Шурфили мы сегодня на шурфленом. А начну с Евгения. А все конкретно вам говорить, что у него есть, не буду. Буду только рассказывать самые интересные находки. Вот такая зачетная находка за царя и отечество. Вот такая зачетная вещица.
подскажите, что вот здесь вот в центре было наклепано. Я просто впервые такое вижу, так что прошу отписаться и сказать, что здесь было. Так, 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 колечки, все шмурдяк. Следующее, это у него 1 копейка серебром 1843 года. И пятнашка серебряная 29 года. Ну, остальное все банально. Пятачок, 36 года. Ну, остальное все банально. Советики ранние, поздние. Дальше, находки Дмитрия. Вот такое вот количество бутылок. Он стекла наковырял. Это у нас все царского времени. И вплоть до где-то 50-х годов вот такие вот бутылочки у нас использовались под микстуры, различные снадобья. Что интересного у него? Трешка 1924 года. У него это первый, он радостный сегодня. У него все есть, а вот трешки 24-го нету. Вот такой вот непонятный монитос, не знаю, низкопрофильный. Наверное, все-таки двушка Александровская. И вот такая вот серебряная 10 копеек 23-го года РСФСР. Затем двушка царская, копейка царская, копейка царская. Остальное советики. У Дмитрия 10 монет, у Евгения 20 монет. Ну и мои находки ничем практически не отличаются. Вот такие зачетные две бутылочки. Одна из-под уксуса, другая похожа на пивную, но вот такая декоративная. Тоже так же, все банально, советики, советики. И самое интересное, двадцатка 1872 года. Сохран будет бодрый. Затем двушка 24-го года. Ну и чемпион сегодняшнего дня у нас вот такой вот монитос. Один полтинник. Молотобоец 1924 года. И значок ВЛКСМ в очень хорошем состоянии. В принципе, вот так вот сегодня откопали. Евгений взял количеством. Дмитрий у нас качеством. Ну и я отличился именно качеством, двумя серебрушками довольно-таки приятного размера. Ну и все, сейчас ребята заканчивают и в дорогу, в грязь опять. Опять в грязь, как вы видите, машина в ужасном состоянии. Это еще утром было довольно-таки замерзшее, сейчас вообще слякоть будет. Ладно, сейчас прощаться. Итак, ребят, с находками, как вы видите, у нас сегодня получилось довольно-таки неплохо. Копали мы сегодня, как всегда, на старой брошенной деревне, которая уже давным-давно выбита. И мы сегодня продолжали шурфить выбитые места. Ну и сами видели, по находкам, в принципе, все удачно. Сейчас ребята собираются и выдвигаемся. На трассу выйдем, уже будет совсем-совсем темно. Так что... Все, на этом всем пока, всем удачи с находками, ну и хабар побольше под катушку. Кто не подписался, подписываемся, комментируем, всем отвечаю, удачи!